повествование протянулась тонкая нить. Быть может, это гол, быть может, хрупкий концепт. И ты легко теряешь его среди той мишуры вокруг нас, узрев лишь только массакр, не видя сути внутри. Ты слышишь? Я слышу этот гром вдали, я вижу этот свинец в облаке. Я ощущаю тяжесть воздуха, я слышу крик тревожных птиц. Этот ливень будет счастьем, а низ отменен и станет началом.